Должности судьи и генерального прокурора можно занимать пожизненно, так решил Конституционный суд Украины. Вердикт вынесен по просьбе Верховной Рады, которая готовится рассмотреть новые принципы назначения судей. Бессрочно, а не на 5 лет, как сейчас. Такую же практику предлагается применить в отношении генерального прокурора и утверждать его в должности без ограничения сроков. Напомню, этот евроинтеграционный законопроект внес в парламент президент Виктор Янукович, и вот теперь Конституционный суд одобрил предложение главы государства.